Вечер, улица, фонтан. Все собравшиеся и взрослые дети готовятся открыть для себя закулисье театра кукол. То, что обычно не принято рассказывать и показывать зрителю. Культ объединения «Соль» выходит в свет. Обкатывают новое направление досуга – закрытый показ. Проект для любознательных, кому интересно, что прячется за ширмой, под прилавком или в служебном помещении. Театр кукол – первый объект в маршруте. Мы смотрим анатомию театра. Артисты рассказывают о каких-то вещах, о которых со сцены говорить тоже не принято, тоже какое-то вот это закулисье. То есть это вот такие какие-то вещи, которые внешне недоступны тоже. Экскурсия по закулисью началась с самого популярного у зрителей места – фойе. Здесь музей из тех, с кем актеры не смогли расстаться. Ведь многие куклы, чьи роли уже сыграны, отправляются в утиль. Ни одна не переходит в другой спектакль. Списанные спектакли отдавали целиком всю материальную часть в эти клубы, и детишки там с этими уже профессиональными куклами работали. Теперь все прикрылось, да, никому ничего не надо. И поэтому, ну, списываются и списываются так вот, ну, выбрасываем, хранить негде. Но какие-то самые такие интересные экземпляры, конечно, оставляем. О том, насколько сложен труд кукловода, последнее, о чем думает зритель во время спектакля. Заслуженные артисты Елена Иванова и Борис Новиков рассказывают, каково это – провести хотя бы час с поднятыми руками. Если на одной, например, сидит вот такой король, а другой им нужно управлять. Или куклы-марионетки шагают, поворачивают голову, приветствуют публику. И все это – результат скоординированных действий кукловода. Кукла – это все равно продолжение тебя, это даже физиологически становится продолжение тебя. Поэтому есть такой термин «чувство куклы». Если ты не чувствуешь куклу, любой предмет становится куклой в руках кукольника. То есть любая неживая материя оживает. В этом смысл нашей профессии. Das ist schlecht. Есть куклы с секретным механизмом, как, например, эта немецкая дама в очках, от удивления заползающих на лоб. А есть вот такие, простые, на первый взгляд, лиса-перчатка, но не менее сложные в управлении. У гостей тоже была возможность почувствовать себя карабасами-барабасами и стать кукловодом. Это сложно в том, что в нескольких человек, когда мы работали, надо, руководить вместе там палочками вот этими, вот. Но мне понравилось. Взрослым экскурсия понравилась не меньше, ведь встреча с куклами – это все равно, что встреча с собой из далекого и беззаботного детства. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.